Шкловщина святкует дожинки. У агроградку Большие Славени собрались комбайнеры и механизаторы, водители агрономы усяго района. Для лепших узнагороды от Министерства сельской господарки Беларуси, областного выконавчего комитета и мясцовой улады за добросумленную працу и отданной справе. Значная частка узнагородженных молодь, им есть на кого равняться. Как означают удельники свята, Шкловщина завсюду была школой передового сельско-господарчего опыта и была ведома навык на весь Советский Союз. Так на Шкловщине 9 героев социалистической працы. 27 человек были узнагороджены орденом Ленина, 15 – орденом Кастрычницкой революции. Нарэчы, героям працы у агроградку Большие Славени сегодня открыли 3 памятных знака. Мясцовое сельгазпрадприемство стало называться закрытое акционерное товариство Большие Славени. Имя героя социалистической працы Василя Пархоменки. Всегда во всех условиях есть люди отличные от других, профессионалы. Это действительно хлеборобы, которые... Это их жизнь. А молодежь лучше работает, чем пожилые. Да? Стремятся. Стремятся. Они как-то быстрее усваивают сегодня, понимают эту технологию. Хотелось, чтобы их было больше. Это искренне говорю, но молодежь хорошая. Я всегда, что бы ни говорили, у нас замечательная молодежь.